бюджет, забрали деньги у людей, у бизнеса, от государства их взяло, и какие функции оно должно выполнить? Первая функция бюджета – это защитить тех, кто не в состоянии работать, тот, кто должен выживать. Вот очень приятно, что пришла госпожа Богомолец. Вот она расскажет, сколько срезано денег с расходов на здравоохранение, субвенции на регионы на здравоохранение, с расходов, которые вел центральный бюджет и так далее. Вторая функция бюджета – это поддержка собственной экономики, то есть точки роста. Вот никогда такого не было, чтобы министр экономики вообще не участвовал в этом процессе. Я господина Абрамовича вообще не видел. То есть как, откуда взялся эти 2%, какие у нас будут расти отрасли и так далее. Вот очень была такая дискуссия. Ну, в преддверии Нового года она будет интересна нашим телезрителям в отношении роста цен на акциз. Вот выступает госпожа министр финансов, госпожа Ирейская, и говорит, что мы должны повысить там на 100%, потому-то и так далее. При этом она говорит, вы понимаете, мы знаем, и закладывается под рост, рост акцизов, закладываются определенные доходы в бюджете. Она говорит, мы их не получим, потому что у нас даже цели такой нет. У нас есть цель, чтобы народ меньше пил. Я такое последний раз слышал. В 85-м году выступал Егор Кузьмич Лигачев и говорил о том, что давайте, ребята, бороться с алкоголизмом и так далее. Они все делали. Был огромный рост теневого рынка, был огромный рост фальсификата и так далее. В 2014 году, и самое главное, что правительство это уже делало. В 2014 году правительство... Вы хотите сказать, что такие же очереди выстроятся... Не-не, смотрите, в 2014 году правительство повышает акцизы на 40 с чем-то процентов, при этом рост... Но Украина спивается, вы это знаете. Так, с двух сторон накинулись. Увеличиваются доходы на 4%. То есть закладываются в бюджет деньги абсолютно вот под расходы, защищенные под то же образование, под ту же оборону, под ту же нацгвардию. Закладываются... Слушайте, Михаил, закладываются доходы абсолютно, которые не подтвержденные расчетами, и которых не будет.